Видишь, он улыбается, он хочет, чтобы мы его приготовили. Он такой очень густой и очень сладенький. Сегодня мы приехали отдыхать. Так, всем привет! Сегодня мы находимся в городе Запорожье, на Сенсей Бані, и будем запекать поросеночка. На Сенсей Баню! Мы решили делать его для нас, и если очень вкусно получится, то будем делать его для наших клиентов. Так что, ваше здоровечко, и погнали покупать его в метро. Так, в общем, мы добрались до метро и выбираем поросеночка. Поросеночек у нас сейчас вот по такой цене. Сколько это в долларах? 20. 20 где-то долларов, короче. 20 долларов килограмм, да? Да. Поэтому мы берем взять 3 или 3,5, я тут думаю. Тут трешечки, наверное, хватит. Трешечки хватит, да. Он и быстрее приготовится. То есть в деньгах вот такой поросенок сколько выходит, чтобы понимали? Ну, 1500. 60 долларов. Угу. Все. Видишь, он улыбается, он хочет, чтобы мы его приготовили. А тех нет, а его да. Все, какие завтра планы у нас? Что мы с ним делаем? Завтра мы будем его печь в супер необычной печи, которых нет ни у кого, кроме нас. На Сенсей Бане. Кроме нас это где? Кроме Сенсей Бани. Нас с тобой. Так, для свинюшки нам надо соус. Шикарный соус, вот всем советую. Еще по такой скидочке, да, тут $1. Можно прям в супермаркете его продегустировать. Да, нам подходит. Погнали. Так, ну что, маслечко оливковое. 4 баксика. Но по цвету нам нравится. Погнали дальше. Так, ну что, мы добрались до святого. Конечно же, это приправки. Берем чесночок. Берем итальянские травы, возьмем побольше травочек, возьмем паприку, чтобы было все красиво, и возьмем смесь перцев. Ну все, в принципе, красота, гоу. Добрались мы до нашей бани после нашего магазинчика. Кстати, нашли мы поросеночка только почему-то в магазине метро, больше нигде. Что-то он не оказался. Вот такой он. Красавчик, молочный, молоденький. Еще он не размерся. Еще немножко надо будет его доразмораживать. Приправочки, да. Вот все мы взяли. Солька. И вот такие. Ну, я думаю, вы все видели, что мы брали. Погнали готовить. Так, ну и сразу лайфхак, поскольку мы готовим сегодня на Сенсей Бане, мы будем размораживать поросеночка в нашей банке. Оп! Порядок. Поехали. Какая тут сейчас температура примерно? Ой, ну сейчас клиентов нету, 70. Супер. Готовить будем первый раз. Первый раз, первый класс. Я вижу, что у него было хорошее настроение, которым он с радостью готов поделиться с нами. О! Поросенок, да, это очень интересно. Поросенка мы сегодня будем готовить вот в таких замечательных штуках. Это маслечко, итальянские травы, что у нас, перчик, у нас паприка, чтобы он был красивый, румяный, чесночок и замечательный соус. Вот с этим соусом любой поросенок будет просто великолепный. Окей. Понеслась. Готовим. Открываем все наши пакетики. Опа. Открываем все, что можно открыть. Опа. Итальянские травы. Перчики. Травки. И, в принципе, смачиваем маслечком и потом всем этим натираем. Маслечко. Масло обычное, оливковое, обычное. Да? Обычное. Это необычное, очень вкусное масло. Тоже всем рекомендую. Вот такое масло. И понеслась. Вот так. Вот так вот мы маслечком его смазываем. Вкусный-привкусный будет.
Вкусный-привкусный. Переворачиваем. И с этой стороны. Раз-раз-раз-раз-раз. Раз-раз-раз-раз-раз. Замечательно. Теперь посыпаем солью и всеми приправами. Понеслась. Берем сольку и просыпаем нашего поросеночка. Берем травки, просыпаем травками. Опа! Берем паприку, просыпаем паприкой. Ой, какие запахи! Берем чесночок, просыпаем чесночком. Сверху соусом. Сверху соусом. Вот так. И начинаем все аккуратненько втирать. Делаем такой массаж. Свиномассаж. Массаж, массаж, массаж. Массаж, массаж, массаж. Переходим внутрь. Вот так, вот так, вот так. Добавляем всего. Чесночка. Паприки. Перчик у нас для внутренностей. Для внутренней готовки. Будет запах давать и выделяться оттуда. И травки. Прованские. После травок запечатываем все соусом. О, и продолжаем делать массаж, но уже изнутри. И подсолить, конечно. Вот так. Все. Намазываем, намазываем. Массаж сделали с одной стороны. Начинаем делать с другой. Так. Хочу вот сказать вам, соус вот такой, я беру терияки, очень мне нравится, поэтому и вам рекомендую. Начинаем. Подсолили. Подсолили поросеночка. Обработали маслечком оливковым. Опа, для золотистой корочки. Немножко смазали. И поехали, то же самое, паприка. Травки. Ой, хорошо. Чесночок. И закрепили все соевым соусом терияки. Он такой очень густой и очень сладенький. Он очень даст... Он хорошо, во-первых, держится на поросенке. И очень вкусный сам по себе. Поэтому он добавит вкуса нашему поросеночку. Все, и натираем хорошо пятачок, ушки натираем, копытца. Готовим, 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 готовим. Выглядит это так. И дадим полежать ему какое-то время. Ну, допустим, минут 20. О, красота. Румын такой. Румяный такой, капец. Даже не знаю, готов или еще можно его подержать. Вот такой у нас получился румяныш. В нашей будем... фирменной печке за $7. Да, будем пробовать. И вот наш печеный поросенок готов. Сейчас будем его пробовать. Ножик надо выбрать поострее. Это не наш случай. Ну, корочка очень красивая. Я думаю, его даже не резать лучше, а кусать как-то. Опа. Опа. Вкусненький.
Опа. Опа. Так, ну это еда царей. Это просто вот. Это божественно. Напомни, сколько он нам вышел вместе со всем, с приправами? Ну, в долларах, давай сказать. В долларах. Сразу. Долларов 70, наверное, точно вышел. И теперь честная, независимая дегустация молочного поросенка на сенсей бане. Погнали. Не, ну вкусно. Очень вкусно. Расскажи, что это напоминает? Мягко. Сочно, да? Не знаю, но вкусно она такая. Именно грызануть надо. Но надо ее подушивать. А само мясо очень мягкое. Но я думаю, поросенка, когда запекается, у него вся такая шкурка. Что объяснять? Есть надо. Так, попробуем теперь мы ножку. Поросячью ножку. Вот хорошо у нас пропекся поросеночек. Ну, сделаем красиво. Не буду кусать, просто отрежу. Попробую. Скажу вам свои впечатления. Альдента. И особым деликатесом у поросенка считался пятачок. Поэтому мы сегодня по-королевски его попробуем. По-царски. Даже. По-царски. Это как элитная закуска у них считалась. Что похож? Расскажи, всем будет интересно. Вот что напоминает? Он напоминает вкусный пластилин. Просто великолепно. Я, видите, уже быстренько переоделся, потому что у нас видео заканчивается. Ну, все, всех люблю, целую, обнимаю. Приезжайте на сенсей баню, пробуйте наше блюдо. Пока. Я попробовал, если сухо попробую. Слушай, вкусно. Давайте налетать тебе быстрее. Будете все в шоке. Что я вам покажу? Ю-ху! Сегодня мы приехали отдыхать на сенсей баню. Сейчас 12 часов ночи, 00 часов 00 минут. И вы посмотрите на эту красоту. У меня нет слов. Я плачу от счастья. Так, начну со второго этажа. Go-go-go. На втором этаже у нас такая зона, лаунж, такая спокойненькая, красивенькая. Здесь очень можно тихонечко уединиться. Никто не видит. Отдыхать, кайфовать. А здесь у нас горячая-прегорячая. Джакузи! Надо только открыть вот эту штучку и скинуть вот это теплое такое покрывальце надувное. И можно включить пузырики и кайфовать на полную. Ну что, пойдемте вниз. О, Господи, какая красота понеслась. Это как будто лестница в рай. Очень красиво. Погнали. Па-па-па-па-пам. И плавно переходим. Вау! Зону для ныряния! Так, у нас тут подсвечивается водичка. Вот, водичка светится. Можно не бояться, что нырнешь и не найдешь дорогу обратно. Все видно. И перейдем плавно к феноменальной штуке, которая называется ливень сенсей. Погнали! Это машина просто, это машина. И закрыли. Пойдем дальше. Па-па-пам. Заходим в комнатку отдыха. Здесь у нас кухонка, микроволновочка,
красивейший столик, заваренный чаек, полотенечки стерильные, тапочки запакованные, халатики. Обалденная, обалденный санузел. Включается свет, все работает. Бойлер, шампунька. Все как положено. И заходим в парилочку. Вот здесь вообще шик и блеск. Шик и блеск. Вау, кайф. Просто кайф. Ю-ху-ху. Так, кому понравился мой обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорых встреч. Пока-пока.